Ну вот теперь мой удел. Детские площадки, пляжи и всякие детские развлекушки. Накупались, наигрались на площадке на детской. Я их отправила купить попить. Сами пошли. Покупайте. Покупай. Ой, а вам, пока вот я их нет, хочу вам рассказать потрясшую меня историю сегодня. Вот я уже и на почту сбегала, вспомнила, что почта закрывается на обед. Побежала, получилось с Алиэкспресса 4 посылки. И вот никак не могу осмыслить случившееся. Сижу на пляже, смотрю, как мои купаются. Подходит ко мне молодая женщина и говорит: «Здравствуйте, вы Любовь?» Я говорю: «Да». Смотрю на нее, незнакомая девушка-то. Она мне говорит: «А мы приехали из Нижневартовска. Мы всей семьей смотрим ваше видео». Вот понимаете? Я в шоке до сих пор. Как это? У меня на сегодняшний день 107 подписчиков. И меня узнает человек из Нижневартовска на пляже в Черноморске. Вот как. И такие семейная пара, молодые, с мальчиком, с маленьким. Мы сфотографировались с этой девушкой. Я не могу. Чего, зайка? Спасибо, что ты нам... Да ладно ты, господи, что такое мороженое? Хватило вам денег? Да. Вот. Орлы мои. Хорошо. И вот хочу сказать, сколько эмоций мне приносит YouTube. Это просто. Каждый день. Я вчера вот не могла уснуть, потому что вечером отвечала на комментарии. И вот надо же, из Нижневартовска человек узнала меня на пляже в Черноморске. Как это может быть? Ой. Огромное вам спасибо всем. Кира, иди поешь спокойно, Кира. Радость бабушкина. Вот так вот. Спасибо вам огромное. Спасибо вам всем, что вы у меня есть. Спасибо. Вы мне помогаете жить дальше. Я вас люблю.